нас. Пошла у нас стадия пиков и банов от команд. Первый, как вы видите, есть бан команды Angel Skies. Angel Skies переводится как Angel, это же ангел. Ангельские небеса какие-то. AS, в общем, сокращенно. Ну и Viper у нас первым баном от команды Angel Skies. Ну, команда Маусон в прошлый раз забрала себе инвокера на first pick, а забанила Эмбер Спирита и кажется, Дазля, да, и вот он, Дазль тоже отправляется в бан первым пиком. Ну, в принципе, неприятный такой довольно саппорт, потому что позволяет выжить своему кэрри, там, либо какому-то другому игроку за счет этого своего шелла угрева, да еще и хил, в общем-то, и ульт у него неприятный. В общем, нас Дазл со всех сторон неприятен, точно так же, как и неприятен Вайпер. Вайпера даже бить неприятно, потому что сам потом начинаешь от этого страдать. А Эмбер Спирит у нас отлетает от команды Angel Sky. Nevermore у нас на пике сидит, и Кентавр. Кентавр. А вот теперь инвокер первым пиком заезжает для команды Angel Sky. Ну и сразу же отвечает аппаратом. Аппаратом в прошлой игре вот играл Mouse One против команды, сейчас я быстренько посмотрю, против команды Final, и вот там вот аппарат был к концу игры 6 уровня. То есть там все уже были 15-й, 16-й, саппорты были там уже некоторые 10-го, а аппарат был 6-го. И ну, вообще мы практически не видели от него ультиметов. Ну, как-то, в общем, плохо. Ну, не то чтобы плохо, но как-то странно сыграл аппарат. Или просто не дали ему другие члены команды фармить. Просто там он был постоянно на отводах там или на чем-то. Ну, короче, как-то аппарат совсем уж плохо себя чувствовал. Но в этот раз аппарат выбирает Mouse One команда себе. И посмотрим, что же сможет сделать с аппаратом они. Битрайдер. Был у нас Битрайдер в прошлой игре. Битрайдер хорошо себя показал. Он стоял в сложной линии, в принципе... И нафармил, и натягал, и, в общем, все у него было хорошо. Леоном отвечали. Кстати, давно я Леона не видел от какой-либо из команд. И Леон это хороший знак. Леон, в принципе, классный саппорт. Сразу же лайфстиллера убирают. Небеса, ангельские небеса убирают лайфстиллера. Чем ответит у нас команда Mouse One? Ну, я думаю, стоит тогда уже, если идти по керри, то стоит забрать у нас какую-нибудь, например, Луну. Но, с другой стороны, я бы, наверное, предпочел забанить, точнее, каких-нибудь хардлейнеров, потому что все-таки они иногда могут переворачивать игру и так вот. Очень-очень серьезно. При том, что кентавра-то уже одного убрали, может быть, Клокверка убрать, либо же Вивера. Потому что Вивер тоже неприятен довольно-таки. Бетрайдера они себе забрали, и это будет, скорее всего, Бетрайдер в сложную линию. Но это Ликан. По сути, Ликан. Ликан. И как бы не будет возможности у команды Angel Sky как-то запушить, если они вдруг собирались это делать. Хотя есть еще возможность взять Медведя, взять Расту, взять, например, того же Фуриона. Ну, посмотрим, будут ли они это делать. И это пак. Минус пак. Хорошо. То есть они тоже разгадали план команды Mouse One, что Битрайдер пойдет в сложную, поэтому убрали пака. Потому что, ну, если бы они думали, что Битрайдер пойдет в центр, то тогда бы пака они не банили, потому что, ну, смысла банить пак, если уже есть кто-то, кто может в центре стоять. Хорошо, последний у нас бан на этой стадии, и этот бан от команды Mouse One, я думаю, что... вот Shadow Demon, вот так, Shadow Demon, хорошо, неожиданно, ну, то есть, герой-то полезный, в принципе, но не ждал, честно говоря, что его забанят, и Никс Ассасин. В прошлой игре Никс Ассасин выполнял роль саппорта, саппортил он лайфстиллера, ну, лайфстиллер, как вы видите, в этой игре у нас не будет, потому что он в бане. Окей, третий пик Никс Ассасин, чем отвечает у нас Nevermore? Nevermore, может, возьмет Nevermore, как вы считаете? Ну, хотя, куда его тут брать? Есть же инвокер. Тут инвокер уже явно никуда не пойдет, кроме как в центр. Хотя, в принципе, инвокер может и сложно постоять. И может, короче, соло... на любой линии соло может стать инвокер. Такой вот довольно универсальный герой. Но, конечно же, хотелось бы инвокеру наверняка стоять в центре. Посмотрим. Пока еще не знает он своего соперника, своего, точнее, оппонента. Резервное время надо Nevermore для того, чтобы определиться с третьим пиком. И кто будет... Пока он определяется, я вот немножко свернусь.
тоже проверю там, как у нас и что на стриме. Вроде бы все хорошо, но это непонятно. Ладно. Оставим технические проблемы. Думаю, они тоже оставят нас. И наблюдаем. Мы наблюдаем сейчас за тем, что... Ну вот, честно говоря, Леон есть, да, хороший саппорт есть. Может быть, еще одного классного саппорта забрать, потому что кэрри там и... Нет, и оффлейнера можно забрать в любом уже случае, потому что баны потратил Агура на Ликана и на Шэдоу Демона, поэтому не смогут они... Ну, то есть, один еще остался бан, и если кого-то из хардлейнеров будет банить, то это все-таки будет один. Еще масса возможностей есть для того, чтобы выбрать. Невермор долго очень думает. Странно это. Может, там какое-то идет обсуждение у ребят, вот что они решают с этим бетрайдером делать или с аппаратом, как это все контрить. Ну, если у вас есть operation, точнее не у вас, а у противников, то желательно не пикать. И это бадон. Вот я как раз говорил, желательно не пикать тех игроков, которые хилят как-нибудь. Потому что влетевший ульт аппарата может на корню испортить вот эти вот все потуги, полечить, как-то восстановить жизнь и все такое. И это Outworld Devour в центр от команды Агура. И в принципе Вокер сейчас понимает, что стоять ему будет очень и очень сложно. И вот как раз для этой ситуации можно попробовать сейчас свапнуться лайнами срочно. Ну, если есть такая возможность у команды Angel Skies AS, то есть какого-нибудь медведя, который вообще не зависит от маны пикнуть в центр, а инвокер пойдет как-нибудь там стоять себе соло в легкую или сложную. Ну и какая-нибудь трипла уже с двумя саппортами. Это Дум. Кстати, вот Дум может как раз спокойно против Деваура и постоять. Есть у него замечательный вот этот вот первый скилл Деваур. Деваур будет против Деваура. Вот так вот будет пожирать он крипов, будет он получать опыт, будет он стоять, как бы интеллект ему особо не важен, а инвокер нафармит на другой линии. Ну и два саппорта, Леон, Абадон будут охранять, будут отгонять от кого? Ну, пока непонятно. От кого и Бристлбэк у нас отправляется в бан. Сильный, в принципе, герой. И иногда мы видели, что на что способен Бристлбэк, если оставить его одного. Если дать ему хорошо пофармить, он может всю триплу гонять, если как-то она там неудачно поставлена или не знают ни что вообще с ним делать, как его контрить. Последний бан у Nevermore имеется сейчас в запасе, и на что он его потратит? Ну, тут как бы Луна, да, вот то, о чем я тоже думал, что Луну надо отправить в бан, но кроме Луны, я вам скажу, здесь зайдут еще, например, как минимум Джиггернаут, который замечательный, ну, или Faceless Void, почему нет, Void, ну, смотрите, такой очень хард пик у Маус Ван, тут все герои такие очень опасные сами по себе, ну, вот, взять Никс Ассасина, да, по идее, вот он может Виндетта, да, Подкоп, Манаберн, Карапаси, не дай бог еще ему догон собрать. А вот Волдевауэр тоже со своей ульты может Рэмпейдж сделать. Этот его Астрал неприятный, этот его Орк неприятный. Войд тоже с куполом, кстати, недавно я видел игру, там где Войд играл через Аганим, и довольно интересная это была игра. Правда, проиграл этот Войд, но как бы там была не только его ошибка, это Death Prophet, вот так. Ну, кстати, тоже такой плотный пик-то у команды Angel Skies, и посмотрим, кто кого. Гудзи, видите, будет играть на Death Prophet, The Man будет играть на Думе. У команды Маус Ван тут все немножко по-другому, да. Ну, давайте сейчас все разберут игроки своих героев, когда мы уже... Вот мы уже появляемся в игре, сейчас мы уже точно расскажем, кто же на ком будет играть и каким образом. Окей. Итак, начинаем мы с команды AS. Вот они все сейчас на фонтане держатся. Nevermore Invoker, Sony 2 Leon, The Man, Doom, Goodzy, Death Prophet и Emotion на эмоциональном таком Абадоне. Хорошо, Абадон закупился, видите, вардами, 150 монет у него осталось. Может быть, какие-то тангусики он там себе приобрет или что-то такое. Ну, пока нет, пока он надавал вардов Леону и все, и побежал. Что же касается команды M1, то смотрите, у нас Ancient Operation, Relish, Siberian Style. В прошлой игре он стоял на инвокере в центре, сейчас он будет на Деваури. Агура у нас Бэтрайдер, так он и остался. Пан Дан Сал, собственно, Никс Ассасин. И Орзе, он Зе, точнее, он Зе, это Faceless Void.
Кстати, Faceless Void сразу же находит здесь Гуди, или Гуди находит Faceless Войда, неизвестно, кто кого нашел, но так вот случилось. Так вот еще буквально на секундочку я свернусь, посмотрел я, что вроде бы, вот так. Наговорил я кучу междометий, но они пока что свидетельствуют о том, что на стриме у нас все в порядке. Пингу здесь розовый, это... Розовый у нас Абадон, что-то он там недоволен чем-то, может быть, или наоборот, говорит, аккуратно, ребят, вы же нам должны еще стопить крипов, или это просто он пингует, потому что тут танго бегут. Так, ну ли он хорошо нашел, он пропускает, правда, одного крипочка. Руна, кстати, ускорение появляется у нас для Никса Сайсона, и он весьма ей рад, потому что с руной ускорения можно, ой, как много дел на первом уровне-то и натворить. Бэтрайдер тут решал вопросы с Siberian Style, кто же из них все-таки будет, кто же достоин стоять в центре. Бэтрайдер решил, что отправится он, наверное, в леса. Так, ну вот появляются здесь крипы. Кстати, интересно, сразу пошел в леса, решил не стать против триплы, но, наверное... Кстати, Дум у нас и инвокер в центре, в сложной у нас профет. Ну, хорошо. Но вот против такой триплы, в принципе, Бэтрайдер мог бы и постоять. Тут, по сути, цеплять есть только Леон, но вот Леон, вы видите, он занимается пулингом. А поэтому Бэтрайдеру было бы здесь попроще, в принципе, стоять. Тут как бы нечем особо его зацепить. Скушал, кстати, большого крипа у нас уже Doom, вот получил второй левел. Пытается выходить здесь в спину Никса Сайса, но великолепный вар, который Банши поставила, Гудзи, который поставил себе на лайне. Но и вот сразу же пан Дансал прочитал этот мув и понял, что не просто так там Банши отошла. Это все не чуйка. Нет, это не чуйка, это... Так, ну вот, видите, вот так вот. Нету здесь никого, поэтому, ребят, ну, извините, да, но мы забираем ваш тавер. Как бы вы нам сами его оставили, мы все понимаем, да, вашему Бэтрайдеру сложно будет против нас стоять, а может быть и нет, но он ушел. Поэтому, нет, все-таки Бэтрайдер решил, ладно, я пол второго левела набрал, и там я что-то застакал все-таки или нет? Нет, не застакал, Бэтрайдеры. Говорю, окей, ребят, все-таки нет, пол хп вы с вышки сняли, но этого достаточно, больше не надо. Ой-ой-ой-ой. Так, я перезвоню. А, тем временем гоняет у нас Никс Ассасин Банши. Банши гоняет и... Тунтурум. Ага. Ну, пока что. Вот, ну, заморозили. Банши подкопали ее, бегут за ней. Банши пытается отсюда уходить. Банши отбрасывается с вармом. Ну, смотрите, у нее 44 хп это осталось. Банши, что ты уйдешь или нет? Но все-таки съела она деревцо, увеличила свою регенерацию. И так, более-менее, теперь 100 хотя бы хп у нее есть. Можно будет постоять еще на линии. Нот. Заденайл, я так понимаю, вводит сейчас какого-то из крипочков. Ну и Бэтрайдер что здесь? Бэтрайдер гоняет здесь двоих милишников. Говорит, ребята, вы не на того напали. Где ваш Леон? Давайте третьего. Вот с Леоном будете меня принимать. Без Леона пока нельзя. Ну вот, ускоряется Дум, летит здесь Бэтрайдер, Агура пытается спасаться, хиксует его, но в хиксе он тоже может летать, подкапывает, но смотрите, как далеко он улетел уже здесь. На водопад летит или что? Или кончается или непонятно, что делать. А, пытался разменяться он. Ну и тут крипочек, крипи там, да. Но зря, конечно, он это делал. Надо было, ну то есть, невыгодно размениваться на самом-то деле хардлейнеру. Хотя, с другой стороны, нет. Хардлайнеру на самом деле выгодно размениться, потому что опыт за него одного дает идет на троих, а вот ему опыт идет побольше. Но, с другой стороны, нет, все-таки, наверное, невыгодно размениваться, потому что... Хотя вот он уже тут прилетел, был второго левела всего лишь. Ну, может быть, хорошо, выгодно было бы размяться, но на кого-нибудь другого, не на Леона. Ну, тем временем, Леон у нас, как вы видели, полностью уже излечен. Абадон его спас своим щитком и так далее. Ну и Банши здесь пытается воровать опыт, пытается как-то получать его, но она получает просто пока что по лицу.
Такая красивая у нее повязочка там сзади, шнурочек такой, поясок. Ну, это еще раз нам подтверждает то, что все-таки она, наверное, бывшая француженка какая-то, превращенная в эту самую ведьму. Ну и плюс акцент, конечно, я думаю, слышали вот этот дубль дэмэдж и так далее. Окей, пока Дум просто сам сражается с Бэтрайдером, но у Дума, у Замена, по сути, маны-то... А, нет, маны у него нормально, маны хватает, вот еще он может шоквейвом-то бросить сатировским. 4 протостака у него есть, вот начинает гореть на него Бэтрайдер, 5-й стак там бросил, ну, Дум что? Дум, конечно, горит, но тут если он... Подождите, сейчас Гура еще и умрет от этого Дума, посмотрите, 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 смотрим, 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 но тут... Фокусит какая-то пульта не того. Надо было стрелять ей в Бэтрайдера, но она не делала этого. Хотя у Дума, видите, была Хелен Сальва, поэтому не очень-то он расстраивался, когда разменивался по ХП с Бэтрайдером. Он-то прочекал, что у Бэтрайдера на самом деле только танка. Он говорит, да, чувак, у меня 400 ХП в запасе есть. Потому что именно столько. Так вот подбросил Цаберина. Ну, кстати, давайте же посмотрим, кто же сколько нафармил, раз уж мы переместились с вами на центр. А в центре мы видим 22 на 20. 7. То есть 27 на 22, наоборот. Днайт, все, 8 на 3 Невермор. Ну, конечно же, дела тут у инвокера абсолютно не ладятся. Но и что бы они не ладились, посмотрите, какой дэмэдж у него. 56 плюс 3, какой дэмэдж у Аутволдевара. Причем половину времени еще и приходится проводить бедному инвокеру в астрале. Что, как бы плохо, но керри фармят одинаково. Продовод ZNL 11 крипов, вот там практически не пушит лайн. Банши у нас 4 левела, хотя Бэтрайдер, наверное, такого же, да. Бэтрайдер 4 левела 317 опыта, у Банши 148 опыта. Ну, то же самое, в принципе, так тут выходят на Siberian Style, что Siberian Style прячет себя в Imprisonment. Астрал может погибать, но вовремя тут прилетел Никс Ассасин, спас, как бы, ну, может быть, наверное, и спас, я думаю, что могли и не убить тут Сабериан Стайл, вот Волдевауэра, могли его не убить, но могли, конечно же, и убить. Абадон пока у нас погиб, 4 левела, ну и вот так, вот пока так, пока Руна Иллюзии у нас появляется, и она отправляется Леону, достает, точнее. Посмотрим, у Леона еще 6 левел там скоро, через 3 левела, а 6 левел, как вы знаете, дает Леону возможность воспользоваться своим кулаком, из которого он извергает целых 600 дэмэджа на первом-то уровне. Представляете, это довольно-таки много. 600 дэмэджа, вот, например, у Вайда сейчас всего лишь 739 хп. Вот так вот. То есть, если не сработает у него бэктрек, вот этот вот, уклониться от физических и магических атак, прыгая в прошлое, то будет ему больно. Дум тут на Бэтрайдере, но успел он взлететь, медленно он летит и горит, в общем-то, и за ним огонь, он сам горит, ну, какой-то дежавю сейчас у Бэтрайдера, и что? Ну, тут еще один тик, и Дум закончится, и вот он заканчивается на 32 хп у Бэтрайдера, тут что-то недовольный, Никс Ассасин рисует такое, говорит, что давайте же уже Банши эту примем, но нету маны у него, понимаете, чтобы принять Банши, надо, нужна мана хотя бы, чтобы чем-то ее зацепить, а у Банши-то и сапог, но вот сейчас вот прыгнул, зацепил, правда, есть у него Вайда сейчас купол, но, правда, и без купола там. Да, без Вайда бы, конечно, не зацепили, тут нечего было бы убивать, но все-таки убили, потому что Войд вовремя подошел, бросил этот фарм бесполезный, сказал, что 46 на 16 окей, но Банши мне слаще и милее. Мидас, тем временем Мидас уже есть на инвокере, сюда летит желтенький Бэтрайдер у нас что, отгоняет эмоушена, ну, точнее, даже эмоушена все-таки отгоняла, наверное, вышня. Так. Руна ускорения, Деваур. Это, в принципе, может быть опасно, потому что на хосте все-таки будет принимать сейчас инвокера. Посмотрите, бежит сюда, бежит Деваур, прячет инвокера. Шарики от инвокера только одни остались. Инвокер. Здесь есть Никс подкапывает, как по таймингу, подкапывает. Еще тут оно ветра, расталкивает всех. Инвокер бежит назад, но инвокер 79 хп остается. Инвокер что? Инвокер погибает, одна тычка в него влетает от Деваура. И умер у нас инвокер. Правда, здесь есть погоня в ответочку. И в ответочку забрали нас Ancient Apparition. Но с другой стороны, разменяли-то они, ну, скажем, что это разменяли, просто погиб у нас центровой игрок, а в ответку забрали только саппорта. Тем временем вы видели, что еще у нас погиб еще раз, профит еще раз погиб Дум. Кто забирал Дума? Бэтрайдер получил за голову Дума, а Войд убил Деспрофит. Я подозреваю, что было с куполом. Да, вот видите, на хроносфере у нас кулдаун, уже четверть кулдауна прошла. И окей.
Окей, наблюдаем, наблюдаем дальше. 6 на 2 у нас счет. 9-я минута игры. Можем посмотреть на графики. В принципе, мы могли на них в любой момент посмотреть. Но поскольку у нас сейчас затишье, то мы использовали это время с умом. Ну, графики нам особо ничего не сказали, кроме того, что мы и так знали. Небольшое преимущество команды М1. И пока что, пока вот так. Хорошо. Войд. Что делает Войд? Войд скушивает деревцо. Войд продолжает дальше фармить. Ну, как бы да. Почему нет? Если дают. Если дают. Аппарат. Но аппарат, конечно, здесь попался. Попался. Мана что? Мана? Ну, пол маны, да, сняло. Пол маны сняло. А инвокер у нас квасвекс, как вы видите. И уже векс на четверочку вкачан. Квас пока на двоечку. Ну, посмотрим. Квас Экс Инвокер, он, в принципе, опасен тем, что бросает вас в ветра и сразу же дает ЭМП, и вы из ветров приземляетесь прямо на ЭМП, которая сжигает полностью всю вашу ману, и сражаться вы уже там совсем не хотите. А ЭМП, вот посмотрите, 550 маны сжигает на последнем своем уровне, но вот сейчас оно сжигает 325. Это уже немало, потому что у Бетрайдера 500, у Вайда как раз 300 эти самые, у Опараза 400, у Никса 500. Ну, то есть... грубо говоря, одна даже четверть маны где-то остается у всех героев. Ну, кроме Деваура, конечно, который имеет просто огромнейшее количество маны и интеллекта. Однако, что Деваур? Деваур-то, в принципе, имеет вот эту пассивку, поэтому как бы мана восполнится может быстро у героев за счет того, что она будет срабатывать пассивкой и будет им восполнять ману. Ну, неизвестно. То есть, в долгом сражении, это, конечно, на это надеяться, это не очень-то и стоит на это надеяться. Хотя вот есть, в принципе, Войд с хроносферой, который может прыгнуть на инвокера и запретить ему кастовать все возможные спелы. Но, видите, инвокер пока не в мом выходит, не в супер ДПС. Он Blade of Alacrity и что? А что можно из Blade of Alacrity толкового сделать для Войда? Саша Яша, Манта Стайл, может быть, какой-то Diffusion Blade будет Войд делать? Ну тогда я не знаю. Ладно, посмотрим, какой план там у Инвокера. Может, это какой-то аганим будет. И Гуди еще раз попадается в хроносферу. Гуди очень сильно просит. Ну, подкоп, тайминговый подкоп. Ну и просто Гуди погибает. Конечно, ничего он тут делать не может. Но как бы да. Что ты тут сделаешь, когда на тебе уже Войд 11 левела Анит. Хотя хроносфера была еще первая. Ну там всего лишь 4 секунды она. Но как бы всего лишь 4 секунды. Вы видели, чем это закончилось для Death Prophet. Окей. Ну, смотрите, подкапывает инвокера, подбрасывает его, моноберн, где есть моноберн? Нет моноберна, ну и просто, тут просто всех ветра поднял инвокер, распугал, бежит, да, пошло хорошо, есть у него Ghost Wall, пытается ему спасаться, но он за ним бежит, за ним горит на него Бэтрайдер, так, ну вот теперь знает он, где инвокер, потому что полечил его эмоушен, и хоста для инвокера, вот сейчас инвокер на развороте может и Бэтрайдер пробовать забрать, но Бэтрайдера есть лассо, тут еще есть Никсасанин перешел, тут сложно будет, конечно, что-то сделать инвокеру, инвокер бегает, и вот его нашли, я так понимаю, Ghost Wall закончился, что такое, забрали его в Imprisonment и зацепили инвокера, зря, конечно, вот долго бегал, но инвокер погиб. А Банши бежит. Death Prophet бежит. Но ее закрыли. Леон, вот видите, там вдалеке за ним побежал. За ним побежали. За ним уже выехали. Банши, что? Банши жива еще. Пол хп у Банши еще есть. Преследует ее. Леон тем временем умер. Но Деваур взялся за Баншу. Ну, Банша тоже. А Банша погибает. К сожалению, погибает. Ну, погибла. Она погибла, Death Prophet. Что сделаешь, как бы ничего не сделаешь, окей. Окей, Дум. Тем временем Дум-то фармит, есть у него уже самый реликт. Фаст Радианс на 13 минуте должен быть. И это не Фаст Радианс, это Миди Радианс. Как-то так. Ну, то есть есть несколько градаций. 13, 15 и... 13-15, 17-20. Как-то так. Вот есть такое распределение, то есть негласное. Но инвокер ветра пускать умеет. Как бы есть здесь ТП-шечка от Леона. И Леон. О, хороший! Посмотрите, какой влетает ульт от аппарата. Леон подкопал. Леона еще нет ульты. Ульты нет у Леона. Колд снэпами тут отбрасывается инвокер. Что там на Леона пингует? Типа, давайте его забирать, пока он там нам в лицо не натыкал этим своей рукой, Finger of Death. И выехали на Леона. Выехали на Леона, поставил это синтряк-то Леон. Какой хитрец-то, да? Увидели они Никса, ну или уже не видно. Да, вот еще один в центре видят Никса, подкапывают его Леон. И думаю, Никсасин, конечно, здесь погибает. Да, Никсасин погибает. Профету достается этот фраг.
А Гудзи молодец. Гудзи молодец, так с кем тут еще? Тут еще и Дум на аппарат. Но аппарат тут, конечно же, тоже никуда не уходит. Ну, соответственно, с первое появление Дума в сражении. Но вот сейчас оно могло закончиться печально, если бы захватил его Бэтрайдер в лассо. Но Бэтрайдер в лассо его не захватил. А у Зэмена, видите, уже появляется, ну, 15. Ну, в принципе, неплохо. Неплохо. Буквально там 100 монет будет этот самый Ардианс. Отпугивает здесь Гудзи. Отпугивает Гудзи Бэтрайдера Агуры. Тут Бэтрайдер-то решил залететь на свою голову чуть поближе, пытаться что-то поделать, но тут его чуть ли и не убили все эти души, которые испустила из себя. Деспрофит прыгает. Вот сейчас можно хроносферу ставить. Ставит хроносфор. Кого он будет бить? Давайте посмотрим. Да, войдем в хроносферу. Вот так вот это выглядит. Ну, инвокер погибает. А, тут еще ультимейт у нас пошел от Siberian Style. Посмотрите, Банши тоже погибает. Там у нас остается в живых. Остается у нас Sony 2 и Emotion в живых. Они остаются. Хорошо, хорошо. Хорошо. А кстати, это все-таки Аганим. Вот с Аганимом. И видите, уже 5 секунд ультимейт. Почему Аганим на воде собирают? Давайте быстренько поговорим об этом. Собирают, потому... Точнее, тогда, когда есть кому вливать дамаг в хроносфер. Вот, например, Siberian Style. Но на самом деле не очень-то правильный выбор от Вайда, как я считаю. Почему я так считаю? Потому что если бы у вас было два героя или три героя, которые бы могли вливать туда дэмэдж, то было бы намного лучше. Ну, например, был бы это Лич, ну, или Раста с вардами, да? То есть ставит Войд купол, Раста ставит варды рядом с куполом, варды стреляют в купол. Или бросают ультимейт, который в этот купол тоже там в куполе летает. Либо же это Сэнд Кин, который тоже там запрыгивает в купол с своим эхоштормом, короче, с землетрясением. Вот там всех убивает. Так, ну, это сражение, у нас Никс Ассасин явно погибает. Бэтрайдер пытается лететь, но Бэтрайдер опять в Думе, опять он в проклятии. Однако сражение у нас еще здесь происходит. Пытается тут как-то аппарат что-то делать. Леон Абадон был, Абадон погиб. Так, Деваур толкает себя вперед, Деваур бежит, пингует на него, что давайте преследовать, Абадон пингует, кликает на него, давайте, Абадон, так, Деваур прячет его, инвокер, что, инвокер, будет ветра или не будет? Ветра, вот, преследует инвокер Деваура, но что, Деваур уже тут довольно-таки далеко отбежал, нет, все-таки ветра есть, но есть СТП от Никса Ассасина, а Никс Ассасин, вот он пошел, Cold Snap, прячет себя прям вовремя, Деваур прячет себя, потому что как раз в этот момент Гудзи закидывал в него свармом, и, ну, тут непонятно, за кем следить сейчас, вроде бы ситуация исчерпана. Так вот, вернемся мы к этому самому, к этой самой хроносфере, и когда хроносфера, когда вот Лич там, Эхошторм, да, все эти варды туда стреляют, залетают, вот тогда это круто. А тут же, если поставить вот хроносферу, то кроме Вайда и кроме Outworld Devourа, там особо дэмэджа никто не сможет внести в эту хроносферу. Потому что, ну, с руки тут Никс Ассасин, во-первых, в хроносферу не зайдет, потому что он милиш. Бэтрайдер с руки там сильно так и не может настрелять. Потому что 65 дэмэджа, ну, просто напалмом он может набросать туда, да, и 5 секунд он будет стрелять напалмом. То есть два раза он бросит туда напалм. Ну, единственное, что аппарат может забросить туда ультимейт свой, ну и все. Но Деваур может забросить ультимейт. Вот когда Деваур, если аппарат может забросить свой ультимейт, ну и все, то Деваур может забросить свой ультимейт, ну и все. Вот так вот. И все. Нет, точнее, и все. Вот, и все, да. Поэтому если Деваур забросит свой ультимейт, то будет и все. Может быть, тоже. Так, но посмотрим, как это будет в будущем. На что Войд рассчитывает. Может быть, еще, кстати, рефрешер собрать, тогда это вообще будет такой козырный Войд. 6 секунд, 12 секунд, кстати. 12 секунд команда стоит, просто ничего не может сделать. Это просто капец. Просто капец, как Silence с рефрешером, помните, от Альянса. Ну, пока устаканилась у нас пока игра, потому что, видите, графики сильно рванули вверх, и команда АЭС уже драться особо не хочет, да и не может. Команда М1 драться может, но не хочет, потому что надо еще нафармить им, они хотят уже наверняка драться, размениваться уже не хочется на такой стадии, уже хочется все делать наверняка. Так, я все-таки вынужден еще раз свернуться, дабы проверить, что у нас там происходит на стриме. Ну, потери кадров есть, но это 1% всего лишь, ребят, 1% всего лишь потерь кадров. Ну, я думаю, вы меня простите, и мой интернет тоже. Sony 2 возглавляет нашествие на Тавр, точнее, на команду М1, и вот за это он сразу же первый поплатился. Умер он, правда, Finger of Death он свой сунул этому Бэтрайдеру, Бэтрайдер погиб, бегает в Думе от World War, наконец-то поняли, кого же надо в Дум бросать, некому его полечить, и Деваур, что, инвокер убился, не успел, знаете, его, ну вот,
под конец сражения. Я решил, ну сейчас духи-то вернутся, Гудзи, Войд, Войд бьет, Гудзи, Гудзи погибает, и ульт срабатывает на Эмоушене. Эмоушена тут уже не забрать, но Войд тоже вынужден бежать. 3 в 3 у нас получился такой размен. 3 в 3, у Войда 3000 сверху, 3000 сверху того, что он имеет. Давайте пока посмотрим, что у кого еще есть. Урна у аппарата, у Деваура Мека 200 сверху, сапог Форстаф. У Войда мы видели, тут Блинк Даггер и Форстаф тоже скоро будет собирать. Полетел у нас ульт, но ульт просто... Куда ульт летит? Вот никуда не полетел. Уникса, Аркан Бутс. Что же касается команды АЭС, то у нас есть Абадон, Соул Рингом, 1000 сверху. Дес Профет, Гудзи, Бутылочка, Фейс Бутс, Айула нету. Удума, Радианс, выходит он в... Ну, это или Шива будет, либо же... Ну, пока непонятно, Шива ли это или Кираса. А тем временем Инвокер выходит в барабан. Ну, вот он уже вышел, соответственно, увидите, барабан у него, ПТ, 1000 денег еще. Или он, пока... Ой, пока со стиками. Кстати, ну вот чувствуют, да, Никс, что есть кто-то рядом, и кто будет так полетел сюда, ультимейт, таминговый ультимейт, все правильно сделали. Ребята еще прыгают сюда, огурок, будет он цеплять, нет, просто без лосо они убили Дума. А у Дума много хп, да, но у него мало брони и мало магического сопротивления. Тут практически все магия там у него была. Ну, вот прям в разрез между двумя героями полетел этот ЕМП. Отбросился тут напоследок. Так не достаточно, чтобы никто за ним не побежал. Но, а что? Что за... А, руну невидимости подбрала Адес Профит. Вот она видит сейчас Никс Ассасина. Будет пытаться она давать информацию своей команде. Тем более, Вард стоит, видит, кстати, еще и аппарата. Аппараты видят, тут прыгает бет... оттолкнул себя просто от Волдевауэр, Фростаф, ну, закрыл Инвокера. А Банши решила видеть, точнее, что заканчивается у нее инвиз, но решила назад. Вот тем временем вышечку разрушил вот эту вот верху, рядом с которой он был, и 4 уже 200 у него. Может, это какой-то так. Прыгает Битрайдер, сразу же цепляет он Дес Профит, отводит ее назад. Битрайдер пока не попали, потому что Форстаф он от себя. Прыгает сюда вперед, вводит купол по двоим купол, ну нормальный купол, бьет он кого? Бьет он Леона, правильно, потому что Леон может с ульты там хорошего дэмэджа внести. Дальше сражается у нас Войд, нет, Войд все-таки не сражается, Войд просто бежит. Все живые, но все очень биты. Минус одного Санстрайк, посмотрите, Войда, Санстрайк попадает или нет, как-то заевадил Санстрайк, нет, все-таки убили Войда. Ультимейт дал, ультимейт дал Сибириан Стайл, убил моментально еще двоих. Бочечка полетела, бочка хорошая, Инвокер погибает, вот Дум один остается. Минус все. Получилось, что минус все в размен на одного Войда. Ну вот, думаю, доволен таким исходом. 4200 у него, как мы уже замечали, есть. Было чуть больше, но потратил за то, что его убили. Может быть, он сразу хочет какой-то артефакт купить ван-кликом. Ну тут и без него на самом деле много дэмэджа вносит. Вот, конечно, купол был не совсем удачный, но, наверное, в той ситуации сложно было удачный купол поставить. Максимально удачный из всех возможных вот так вот куполов он сделал. К сожалению, пока Абадон не может похвастаться тем, что он слишком уж много пользы вносит в сражение, но пользу он определенную вносит. Может быть, и вот если бы еще Curse of Avernus ему как-то прокачать на единичку хотя бы, чтобы... Но хотя тут с руки, по сути, бьет только один дом. Вот видите, тут на самом деле-то Кейри-то милишный. А милишному Кейри надо сражаться с Аутволдеваером, который рейнджевой. Который еще и в Астрал его может убрать. Да и Войд, который на самом деле тоже как бы рейнджевой. Потому что есть у него Таймволл, куда это замечательно. Есть у него Купол замечательный. И просто когда Войд будет бить Дума, то Дум не сможет бить Войда. Хотя, как сказать, например, в этом сражении все-таки Дум вообще не бил Войда, и Войд не бил Дума, Войд убегал от Дума, потому что во время хроносферы Дум убивал Леона. На хосте Пандаун Сал видит, но как бы с прокаста так зря вот он, конечно, сделал. Сейчас его сразу же ловят ветра, полетел тут ультимейт от аппарата, пытается выходить назад, поставил карапаси, тут еще раскастовывается у нас Гудзи, все пытаются за кем-то гнаться, так, ну тут два ауры кружится, не знаю, что ему делать правильно, ну, как бы принимать правильное решение отступить назад, просто все, развели на ульты и побежали назад. Ну, не на ульты, на один ультимейт, хорошо, как бы ману сейчас восстановим, тут очень все быстро у Никса восстанавливается. Дум бежит вперед, потому что у Дума есть хроносфера, у Дума, кстати, есть Кираса. Вот, вот он, ван-клик Кираса.
И хорошо, хорошо, кираса неплохой артефакт, тем более командный артефакт, позволяет бить всем очень быстро, заливать в хроносферу дэмэдж. Да, еще и к тому же есть возможность забрать Рошана. Но я думаю, надо отдать Аегис Деваур. Кстати, у Деваура, видите, это, наверное, Хекс 100, 1100. До Хекса остается Пингу. Здесь Дум, я так понимаю, что там кто-то есть. И да, ветра подняли Деваура, но как бы Сайбериан стал немножко покрутился и опустился, не очень-то испугавшись. Все-таки у Вайда у нас Аегис, и посмотрим, что же сделает с этим самым Аегисом Войд. У нас немножко игра подлиннее это получается, чем предыдущая, но и команды здесь у нас уже посильнее как бы играют. Войд. Ну, надо прыгать, в принципе, есть Аегис, можно как бы не стесняться. Ну, как раз очень хорошо так Никс подкопал всех троих, Бетрайдер увозит, не знает, на кого поставить хроносферу Войд, потому что все разбежались. Так, ой-ой-ой-ой, там с ультимейта чуть ли не убил бедного Абадона. У нас Айбериан стал, продолжает он сражаться, Войд там где-то сражается наверху. Закрыли у нас в Астрал Инвокера, и вот она хроносфера по троим. Отличная хроносфера, еще и тут ничего не может сделать Леон, потому что сейчас Леон наступает на хроносферу, замедляется на секундочку, Дум пошел в Сайбериан Сайл. То, что я вам говорил, надо было отдать не Вайду, это Гани, ой, Аегис, а надо было отдать Деваура. Ну, Войд погиб, там байбекался Гудзи. Войд просто отсюда уходит. Ну, тут еще, кстати, Т2-то стоит, поэтому вот аж так побежали. Тут аппарат наготове бросить ультимейт свой. И что? Готовность у него. Как с готовностью аппарат? Все есть, можно цеплять. Так, полетели. Но сложно, видите, с профетом не хочется сражаться, потому что профет... Ну, засейвил Деваур только что профет. Но, правда, Дума не засейвил, подкопали и профет. И Деваур, в общем, забирает два своих фрага. Как бы, да. То есть, в той ситуации, как это было не критично, засейвил, либо же не засейвил. 160 интеллекта имеет, тут 520 уже денег, это может быть уже что-то летит в Курье. Да, это летит Хекс в Курье. Окей, МП, пытается дефить Инвокер, но тут втроем, против пятерых дефить сложно. Тут еще и такой наглый бетрайдер, который может прыгнуть, да и Власова взять. Вот сейчас он, наверное, это будет делать, прыгать. Ну так, пытается Власова, не успел, все-таки фортафнули его, это бетрайдер. Пошел ультимейт от Вайда, бьет он в одного, уже убивает. Что тут Абадон, сработал у него ультимейт. Хорошо, нельзя бить Абадона, надо дальше что-то делать. Прыгает, все, все-таки убили Абадона, закончилось действие ультимейта Абадона. И некрономикон под конец игры появляется у Бетрайдера. GGVP пишет Гудзи, и это так. 30 на 12 счет у нас. Падает у нас центральная линия бараков. И точно так же падает и трон. Победа команды М1, заслуженная победа, красиво играла команда АЭС, но, к сожалению, не совсем у нее получилось выиграть. Но ничего страшного, в будущем, я думаю, все у нее получится.